что-то пошла информация, что они двигают референдум. Вот этот Стримоусовский или там чем, там, или в Запорожье Балецкий, кто там, я не знаю. Вроде как его уже 11-го то ли будет, то ли не будет. Какая-то странная информация пошла. Ну, Илья Пономарев сказал сегодня любопытную точку зрения, высказал, что... Это средство давления на... Средство давления на переговоры, да. Я не исключаю, потому что им всячески объясняют. Они же сейчас... Что народ не знает? Ширнормасса, так называемая. Что и с удовольствием, то, что мы с удовольствием объясним. У них сейчас очередной заезд эмиссаров на Запад. Причем очень-очень серьезные люди, там, от самого от Владимира Владимировича, объясняют, ну давайте же как-то, ну, значит, договоримся, потому что ну совсем уже как-то неприлично получается. Ну вы же понимаете, неудобно, да, проиграть, это же вообще не вариант, как бы, да. Путина снимут, это же ужас, посмотрите, кто придет там к власти, это же неизвестно, а вдруг фашисты еще пуще, зачем им это надо, там туда-сюда, давайте договариваться по месту. И, ну, естественно, им начинают показывать красные линии, там, например, Запорожская. Ага. Что сегодня вдруг разговор Шойгу, вернее, генсека, он Шойгу случился. Да, Шойгу. Шойгу очень долго отпетливал от этого разговора, а сегодня вдруг случился. А там же опять Ильиновку обсуждали, там всякие нелицеприятные вещи. Второй момент, значит, референдум задвигался вдруг, потому что они создают люфт для переговорного процесса, для того, чтобы договориться. Ну, типа, не так уж нам нужен этот референдум, в конце концов, господи, делов-то. Напоминаю, что когда они в марте пытались радостно договориться с нами в Стамбуле, они были готовы выводить войска на 24-е, на 23-е. Они были готовы? Ну, они так говорили, но они бы этого не сделали. Они это говорили, как минимум, правильно? Вот. Они выпросили эти переговоры. Говорить, так, ты же знаешь. Так, Марк, мы не просили этих переговоров, а они просили. Еще в марте. Понимаешь разницу? Сейчас мы их тем более не просим, а они просят и просят очень сильно. Вот. Ну, значит, надо то хотя бы... они, на... ты прям подтверждаешь, тебе это сказал, мы знаем, кто, с кем ты сегодня обнимался, сказал, что они прям просили и готовы были на 23 марта. Никогда, никогда, никогда ничего не сдают, к сожалению. Вообще, у меня нет никакой реальной информации, могу тебе открыть страшную тайну. Я осужу по косвенным данным. И это хорошо, что понял. Информация. У меня же нет допуска к государственным секретам. Нет, поэтому, да? А почему нету? Ну, я же не штатный советник. Поэтому я... про собственную армию и войну в стране знаю меньше, чем про войну в Карабахе. Там я больше знаю. Приходится добывать ее, да, косвенными методами. Другое дело, что как бы от меня ее тщательно скрывают, потому что ну, вдруг что ляпнул не то.